Я много где путешествую и, бывая в разных городах мира, везде есть свои плюсы, везде свои минусы, но когда я побывал в Сочи, я обалдел. Такого не бывает, это лучший, наверное, лучший курорт мира. Лично мое мнение, я никому его не навязываю, только лишь могу советовать. Поезжайте в Сочи, одобрено Джимом Керри. Дело было в Сочи. Я иду, никого не трогаю, тут раз дерево. Я ударился, упал, глаз болит, опух такой весь. Но это Сочи. И это Донская. Мне потом объяснили, это в пределах нормы. Был ли я в Сочи? Да, я был в Сочи. Прошелся по городу. Погулял по Вишневой, свернул на Макаренко, потом свернул на Донскую, немножко там погулял, и знаете, кого я встретил? Порядочных пацанов. Они всегда отвечают за свои слова, поэтому город Сочи — лучший курорт в мире. Я очень люблю этот город. И мне нравятся там дороги, трассы, по которым можно гнать 200, например. Пахомов Анатолий есть. Я уверен, это лучший мэр города Сочи. Там много баб. Причем на любой выбор, вкус, цвет. Неважно, кто ты, всегда есть выбор в ассортименте. Такие сиськами. Когда я был в Сочи, судьба меня закинула в Адлер. Я уже не помню, как я там оказался. Бухой был. Но это сути не меняет. Город шикарный, прекрасный, мне понравилось. Дай бог ему процветания. Можно много говорить о Сочи. Но самое главное, что нужно сделать, это поехать туда и убедиться самому в его красоте. И еще подписаться на этот канал, и вы будете всегда в курсе всех новостей.